Ребята, у нас сегодня поставка вот такой трески. Смотрите, небольшие кусочки. Сама по себе рыбка очень вкусная, нежное филе, диетическое. Самая хорошая часть, которая называется спинка, без косточек. Камчатский краб. Очень классный вариант. Смотрите, это кулак камчатского краба. Просто размораживаете вот эту часть уже без панциря, обмакиваете в любимый соус и наслаждаетесь этим великолепным вкусом. Первая, самая крупная фаланга камчатского краба, только филе, уже без панциря, очищенное, готовое к употреблению. И вот такие клешни. Смотрите, какая красота, наполнение 100%, суперская позиция.